Выставочная зала картинной галереи Гавриила Ващенки. Менавіта по таким адресе разместилась экспозиция, аналогу якой у Гомеля еще не было. Музей цікавий науки Галілей. Некалькі десятков экспонатов, которые здольны переконать любого. Наука – это вельми цікава. Причем у адрозненні от інших выстав экспонаты от наведывальников под шкло тут не хавают. Все можно трогать, все можно брать, все можно использовать. И пусть никто не боится, что что-то поломается. Ничего не поломается. Для того такая выставка придумана, чтобы она была интерактивная, полезна, интересна. Чому по одной и той же нахиленной плоскости одни предметы рухаются только вверх, а иншие вниз? На чем больше зручно сидеть? На цвиках или бильярдных шарах? Как действуют хвалевые маятники? Как достигаются оптичные иллюзии? Организаторы переконаны. Выстава будет вельми цікавой как для детей, у которых, до речи, хутка каникулы и шмат вольного часу, так и для дорослых. По великим рахунку, незадоволенными могут остаться только профессиональные иллюзионисты, бо частка их секретов будет открыта. Работа журналиста непростая и часом даже небезопасная. Але когда журналиста останется только одна голова, и он все равно будет выполнять свои профессиональные обязанности. Правда, держать микрофон в таком стане вельми незручно. Музей цікавой науки Галілей до реалий життя має самое непосредственное дочинение. После наведывания раздела, присвеченного здоровому ладу життя, у многих заявится ожидание переглядеть свой рацион. Например, выключить за его рафинованный цукор, который снижает иммунитет до 17 разов. Аматоры добро поесть перед сном, а бояковыми так само не застанутся. Вы пришли вечером домой, вы отварили быстрее пельмени, захотели что-то такое еще вкусненькое, вроде гамбургера, и, значит, еще заели это все мороженым. И в результате собралось вот почти 1000 килокалорий. Но для того, чтобы быть стройным, подтянутым и чувствовать себя молодым, все-таки надо убирать эти калории. Если походить по ступенькам, если где-то пробежаться как-то быстро, где-то помочь даже полы помыть, и то, видите, калории не уходят, да, что можно где-то каким-то спортом заняться, пройти по магазинам шопинг, вот тогда немножко-немножко уходит этот, вот, видите, уходят эти калории. Музей цікавой науки Галілей будет працевать у Гомеля до 12 мая, после чего вернется на родиму у Бранск. Але супрацовніцтва з російськими регіонами картинна галерея протягне. У планах розміщення експозиції за Смоленська, Санкт-Петербурга і Москви. Олег Сінтюров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».